В этом видео вы узнаете, как настраивать риск-менеджмент в платформе Wolfix. Итак, в главном окне MarketWatch переходим в раздел Component, Position Control, вкладка Accounts, счета, выделяем счет и нажимаем Risk Management. Итак, прежде всего нужно установить пароль, который позволяет снять блокировку счета в случае, если один из параметров риска был достигнут. Кликаем Set Password и задаем пароль. Также сразу отмечаем функцию Auto Close. Если она не активирована, то позиции не будут закрываться автоматически по достижению лимита потери. К этой функции мы вернемся чуть позже. Итак, Daily Loss Limit – дневной лимит потери в валюте счета. Указываем, например, $500. Daily Loss Trades – дневной лимит убыточных трейдов по счету. Daily Loss Limit Per Symbol – это дневной лимит потери по каждому из инструментов. Укажем 300. Daily Loss Trades Per Symbol – это дневной лимит убыточных трейдов по каждому из инструментов. Укажем 2. Далее Trailing Profit Per Symbol – это функция для защиты накопленной прибыли отдельно по каждому инструменту. Она использует значение Daily Loss Per Symbol. Как она работает? Если функция AutoClose активна, то в случае, когда от реализованной прибыли мы теряем указанную величину $300, то все позиции закрываются автоматически и блокируется открытие новых позиций. Если функция AutoClose выключена, то позиции не будут закрыты автоматически, но новые позиции открыть будет нельзя. Например, если мы достигли реализованной прибыли в $500, и в моменте от этой суммы мы теряем 300, то счет будет заблокирован. То есть используется величина, указанная в поле Daily Loss Per Symbol. Или в случае реализованной прибыли в $200, счет будет заблокирован, если реализованная прибыль опустится ниже 100. То есть 200 минус $300, получается минус 100. Risk Management Lock Time. Время в минутах, в течение которого нельзя разблокировать счет, даже с помощью пароля блокировки. Действует сразу же после блокировки. То есть если один из параметров у нас сработал, например, мы достигли лимита потери в $500, счет блокируется, то в теории мы можем разблокировать счет с помощью нашего пароля, который мы установили заранее. Функция же Risk Management Lock Time, она как раз таки не позволит разблокировать счет даже с помощью пароля, вот в течение указанного количества минут. Например, пусть будет 120 минут, то есть в течение 2 часов мы не сможем торговать после того, как один из параметров был достигнут. Настоятельно рекомендуем использовать данную функцию. Auto Close Check Every Two отвечает за автоматическое закрытие убыточных сделок. При этом прибыльные сделки не закрываются. Трейдер не сможет больше открывать сделки, так как счет будет заблокирован, но при этом возможность закрыть прибыльные сделки остается. Подчеркиваем, что функция AutoClose не гарантирует точное закрытие позиции, так как проверка выполняется раз в 2 секунды. И плюс также могут быть проскальзывания, не стоит об этом забывать. Для точной фиксации убытка используйте стоп-приказы. Настоятельно рекомендуем всегда иметь стоп-лосс к каждой позиции. Includes fees – учет комиссии в системе контроля рисков. Если параметр включен, то при подсчете убытка будет учитываться и комиссия. Это все, что мы хотели вам рассказать в этом видео. Благодарим за внимание.